Hello everybody, my name is Kaan. Today I am with Mrs. Victoria. We will talk about property residence permit for Russian speakers. Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы поговорим о ВНЖ при покупке недвижимости. С октября 2023 года порог для получения ВНЖ при покупке недвижимости повысили до 200 тысяч долларов. Таким образом, при покупке недвижимости на эту сумму супруги и их несовершеннолетние дети могут подаваться на данный вид на жительство. Также при проживании в Турции в течение 5 лет и имея данный вид на жительство, вы можете претендовать на получение турецкого гражданства. Стоит также отметить, что недвижимость, приобретенная до 16 октября 2023 года на сумму более 75 тысяч долларов, также дает возможность получить гражданство при условии проживания в Турции и нахождения вне Турции не более 180 дней за 5 лет. Спасибо за внимание. Будем рады вам помочь в получении вида на жительство и гражданства. Thank you for watching us. For in the information part, I will put Mrs. Victoria's telephone number so you can contact her. Thank you.